Мы сегодня решили подняться на Воробушки. Пройдем сначала по ущелью, потом будет подъем на гору, перепад примерно 500 метров, довольно сложный, крутой подъем. И потом уже подъем на скалу, скала невысокая, там она может быть 25 метров, но отвесная и нависающая со всех сторон. Кстати, вот Красноярские столбы – это очень значимая для всех красноярцев такая локация. И я очень горжусь тем, что в викторине, которая будет проводиться вот в ближайшие дни, один из вопросов связан с Красноярскими столбами и с тем местом, куда мы сегодня идем.